Это представление с первых минут погружает в добрый мир сказки. Сказки, где есть клоун, зажигающий звезды, смышленые, но только что не говорящие животные, люди с фантастическими способностями, то парящие под самым куполом цирка, то балансирующие на тонких шестах. И каждый выход артиста – это отдельная сказка. Пальмы, туземцы, экзотические животные, и вот вы уже в жаркой Африке, среди флегматичных питонов и аллигаторов, шустрых дикобразов и находчивых обезьянок. На трюкачество и проделки этих животных можно смотреть бесконечно. Но вот танцующие красавицы своим появлением приглашают вас еще в одну сказку – «Загадочный мир Востока». Только здесь можно увидеть, как верблюд преклоняет колени перед дамой, а интеллигентная лама раздает глубокие поклоны всем зрителям. Очень-очень понравилось, особенно ну, там, когда верблюды были, там, как они ходили. Мне понравилось, как тут лошадки бегали, обезьянки. Очень красиво выступали собаки, жонглеры были, акробаты, они очень красиво выступали. И приюты мне понравились, лошадки. Акробаты в рыцарских доспехах приглашают еще в один сказочный мир – эпоху гладиатора. Трюки на шесте без страховки способны потрясти даже самое смелое воображение. Воздушное путешествие с летучей мышью, акробатическое танго втроем на батуте, дрессированные фокстерьеры и еще много-много незабываемых номеров приготовил для вас добрый цирк. И даже медведи здесь не такие, как у всех. Наряду с традиционными умениями кататься на велосипеде, кувыркаться и поднимать штангу, они танцуют «Лебединое озеро» и играют в футбол. Представление очень яркое, интересное, живое. Нам очень понравились костюмы артистов и сама обстановка, которую создает цирк. Ну и вообще цирк – это то место, где чувствуешь себя ребенком. Больше хлопаешь, наверное, чем даже ребенок. Мы с ребенком ходим буквально на каждую программу, но из всех программ я могу сказать, что это самая лучшая программа. И ребенку нравится, и взрослым. Есть человек, ходит по улице, каждодневно состоит на остановке, влез автобус, поругался, влез куда-то еще. Но есть сказка, в которую он может прийти в субботу-воскресенье, посмотреть 2 часа и отойти от этой обыденности. Вот мы стремимся так, чтобы он полностью отрешился от этой обыденности, вышел отсюда и с новыми силами влился в жизнь. Добрый цирк ждет вас. Наталья Сигаева, Евгений Седачев, события Брянск.